Дорогие жители и гости города Севастополя, а также участники 4-го международного фестиваля творческих достижений Отечества. Мы рады приветствовать вас всех в День России с борта Международной космической станции. Пусть этот праздник запомнится вам космическим размахом. Мы верим в великое возрождение нашей страны. Подними голову, мы первые. В космосе звучит русский язык. Желаем вам благополучия, здоровья и мира. С праздником, дорогие друзья! Бортинженеры 47-й экспедиции на Международную космическую станцию Юрий Маленченко, Олег Скрипочка и Алексей Овчинин.